2 миллиарда 900 миллионов рублей из местного бюджета вместо 2 потерянных правительством Севастополя в 2018 году будет выделено на строительство канализационных очистных сооружений «Южное». Об этом сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников. Средства предусмотрены в рамках соответствующей региональной целевой государственной программы. По словам Дмитрия Овсянникова, существует договоренность с Минэкономразвития Российской Федерации о компенсации этих расходов городу, но только в 2022 году. В настоящее время правительством России, Министерством экономического развития поддержаны предложения правительства Севастополя и есть соответствующие поручения президента России по возобновлению работ по КОС «Южные». Для этого в состав профильной государственной программы Севастополя будут включены недостающие средства в размере 2,9 миллиарда рублей с последующей компенсацией расходов путем предоставления в 2022 году дотации на обеспечение сбалансированности городского бюджета. Напомним, строительство канализационных очистных сооружений «Южные» на 2 площадках в бухте Казачьей и в Балаклаве должны были начаться в 2018 году. Однако аванс на работы в размере 2 миллиардов рублей пропал в банке, у которого была отозвана лицензия. В итоге подрядчиком компании «Биотехпрогресс» за 2018 год выполнено только 6% от запланированного объема работ. Судебное заседание об окончательном разрыве договора государственного подряда с фирмой «Биотехпрогресс» состоится 30 апреля, после чего городу нужно будет найти нового исполнителя на строительство очистных сооружений.